Что я там вижу? Что-то я вижу там, не пишите мне. Что-то реально я вижу, там что-то там деревня и какая-то ой, башня, думаю, кто-то подумал. Понимаю, что там, пойдем за этой посмотрим. Ой, пал в воду. Очень прикольно, ребята. Поставьте лайк, когда вы упали в воду. Какая деревня тут тоже? Да, реально это деревня. Что тут здесь колодец? Какой он глубоко. Ребята, это очень прикольно, ребята. Поэтому поставьте лайки, подпишитесь. Какая-то графика, деревня номер 13. Многие деревни. Корота на ней собрал. Какой-то дом не буду заходить. Давайте потукаем жителей. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто такой? Я Федя. По ютубе не популярная, а ютубер. Почему пошел сюда? Я не понимаю, я там нечаянно вот, иди вот так. Щел, хотел найти какую-то деревню. Ну, не хочется. Ну хорошо, иди со съеду. У меня работа. Это странно. Заходи. Ай, привет, жители, давайте, что тут? Мы пошли работать. Ребята, сейчас поздороваемся. Ребята, всем привет, ребят, с вами я, меня зовут Федя. Сегодня я играю в Майнкрафт, ребята, я не понимаю, что это... Это жители какие-то странные. Я хотела спросить, что... Ребят, что хотел от меня? Я потом приду. Житель, стой, я тебе хочу кое-то что-то сказать. Я хочу тоже какую-то деревню жить. Ну, я не знаю. Давай поработай с нами, мы строители. Давай поработай, забери ну какой-то дом. А мне пора работать. А вы не будете стоять? Нет, у нас много дел, поэтому у меня очень много дел. Заходи вот этот дом, и там есть класса. А, спасибо, как ты мне его показал. Какие-то странные же были. Я там подвигну, а не надо. А какая-то... Так, его кто-то использовал. Идти и строить. Это сегодня думаю, что мы все стану 24 часа строителем. А, житель, у меня же вещи нету. А как вы вещи берете? Сейчас позвоню админу и потом скажу. А ты иди заходи тут, посмотри. Хорошо. Хорошо, они работают. Да, молодец. Ну да, это, ну это, я не знаю, прикольно, это что, какое-то здание, там полицейский, да, там полиция написано, да. А, что-то тут происходит, я это не понимаю. Ого, ребята, у меня креатив стал, вот, ребята, все бесплатные, у меня креатив. И мне нужно что-то выбирать, давайте пойдем посмотрим другие комнаты, сказал, посмотри. Это комната какая-то. Кабинет, хорошо, не буду. Ну, кабинет, сейчас это что такое? Это туалет, да, туалет. А покакают тут. Ага, понял. Все понял. Мне нужно пора идти и что-то сделать. Нам нужно построить класс. Я пошел в туалет. Хорошо, заходи, хорошо.
Это будет Саня. Сказал, что нам нужно построить школу. Он сказал. Я знаю, что нам нужно построить школу. А нам нужно сейчас, я знаю, что делаю. Поэтому нам нужно деревенские березы, доски. Я тоже люблю такие доски. А мне нужно покрасить крас. Ага. Понятно. Первый кабинет сделай какой? А, все понял. Прохожу житель. Мне нужно построить тут кабинет, поэтому нам нужен первый шкаф. Шкафчики будут вот таких шалкеров, потому что они как открываются в реальной жизни. Да, вот таким образом шкаф, тут есть журналы, а тут нам нужно поставить дипломы. Пока не поставят же, будут писать. Сюда такие красивые. А тут нам нужно... Сюда должен узнать час. Поэтому туда тоже они будут что-то писать. Какие-то дипломы. Понимаю? Поэтому нам нужно для выхода из выхода. Нам нужно поставить вот такую вещь. Что-то там поставить? Нет. Нужно вот так посидеть. И поставить все. Видите, поэтому я... Мне нужно осторожно построить. Ты что поделал? Я ушел, ну, как работаешь? Какие-то жители странные. Я думаю, что они не тут, они работают, а что-то там притворяют. Это я думаю, что я построю. А нам нужно вот для кабинета тоже. Нам нужно часы поставить. Нужно вот так все. И тут нам нужно картинки поставить. Еще, опа, красиво еще тут нет. Нам нужно один блок. Например, вот это, да. И нам нужно поставить вот такой. Нет, такой был. Поэтому другой. Вот такой. Поэтому можно поставить. Таблички. Ну, не понимаю, что тут. Поставили как табличку на сюда. Кабинет. Тут написано кабинет директора. Кабинет директора. Вот так. Все. Кабинет директора. Кто-то заходит. Пока какая-то дверь заходит, все, своего малыша, школу его приведет, и потом все. Это сейчас ночь, Саня, тут я хочу поспать, поэтому нужно жить, попросить. А вот это другой нужен житель тут? Нет, они нету. Может, и ты тут дом, да? Алло, житель тоже тут нету. Поэтому мне нужно что, куда-то искать. Жители. А, привет, житель. А где мне поспать? Скажи, в кузницу или сюда? Ну, кто я по кузнице? А ты тут спи. А, пока тебе. Дайте пойти. Нужно спать, спят. Сейчас я узнаю Stone Brick Slab. Ребята, я забыл вот эту запись поставить, поэтому я все построил. То сейчас покажу. Give написаю. Смотрите, сколько... А, сейчас будет буфер. Оп, ребята. И как его назвали, я забыл, блядь. Кстати, парикс. Oh.
Да. Что-то не понял. Поэтому нам нужно его вот такой блок. Что его называют? Чиселет. Сто. Чиселет. Сто. Чиселет. Не обращайте в меня, ребята. Вот все координаты еще написать. Оп. И числа, чи... Вот так тут написано. Как он? Коблестон, блядь. Так я... Коблестон... Дуглас. Стон... Стон слаб... Знаешь, да? Стон брик. Нам за стон слаб, и все. Чиф слаб. Мы построили. Опа, вот это да, крыша такая. Сейчас мы-то пойдем поспать будем, ребята. Ой, блядь, я тут засел. Я креатив, ребята. Не, мы сейчас буду спать, ребята. Сейчас буду лежать, а не буду так. О, как приятно спать. Все, ребята, проснулся. Очень быстро, как время прошло. Оп. И что мне нужно? Вот тут МС кабинет директора, тут так. Привет, видео. Поздно. Все, я тут тебе выходи, блядь. Чё ты тут гонишь, блядь, дурак? Все сломал, блядь, за них. Даже не могу работать. Как они построили сюда? Я думаю, через 1 лет они построят. А все, ребята, мне нужно выходить и идти к работе. Мне нужно вам показать комнату. Вот двери какие красивые. Вот внутрь, ребята, как красиво. Доска. Тут будете писать. А кто хочет, ребята, со мной играть, вам здесь аркад. Простите. Еще мне нужно, ребята, открыть сюда. И вот это электронная доска, ребята. А вот эта доска простая. Которую буду с бур... не знаю, что там писать. Вот, ребята, вот это большой, ребята, такой доска. И вот такая окно. Должен быть для природы, и все, ребята, я построю сюда, поэтому мне нужно построить. Я все жителя попросил, и они сказали, хорошо, нам нужно построить вот эту вещь. Поэтому мне нужны вот такие блоки. Сейчас стоим, ребята, стойте. А мне что тут поставить 5 лёг? А, цветочек поставить будем. Кстати, горшочек. Где горшок? Ребята, я не нашел. Ребята, сейчас много минутов прошло. Блядь, я горшок искать буду. Вот нашел горшок. Мне нужно вот так поставить. И вот так поставить. И все. Мне нужно тут поставить цветы. И поэтому я люблю вот такие цветы, где зеленые. Ребята, я очень обиделся, когда тут нету зеленого. Поэтому я люблю синий, и вот такую ромашечку, и вот такую, вот эту букет как. Поэтому нам нужно сейчас поставить вот это. Так, а пока поставил? Вот, поставил. Почему поставить? А вот поставил. Мне нужно еще поставить такой букетик, как букеток. Все, мне вот так, я тут все поделал. И вот так тут идем, вот тут написано Welcome to school, ну так непонятно. Поэтому, ребята, подпишитесь на мой канал, больше не пропускайте мои видео. О, такие классные доски, я тут доски говорю. Одна, ну реально доски. Ставлю, ой, блядь, почему-то как лагает что-то там. Вот, ребята, есть, ребята, еще новость, ребята, я с Матином. Война.
И потому что, ребята, они пришли на территорию. Для территории мы ссорились, поэтому это мы, поэтому сейчас мы должны отомстить их, чтобы знать, кто должен идти куда. Поэтому я должен вот это красиво сделать и буду самым строителем в мире. Это самый лучший строитель в мире. Миля да миля. Ой, блядь, ты тут все поломал, блядь. Сейчас мне нужно что-то тут сделать вот так и вот так. И мне нужно еще вот так, вот так и вот так. Поэтому мне нужно поставить камень. Ага. И сейчас мне нужно поставить вот такие и красивые, вот такие белые, самые красивые и не понимаю, что я говорю, ребята. Вам было смешно, да? Подпишитесь, ребята, на канал. Пожалуйста. Мне нужно добраться до 1000. Вот. Вот это такая красивая стенка. А тут станет столовая. Я все попросил жителей. Сейчас я стены, ребята, построю. Потом, ребята, я закончу видео. Потому что очень долго видео стало, ребята. И для столовой должен быть окно. Поэтому, чтобы они тоже были приятны и работать. Поэтому нам нужно сделать вот такое окно. И нам нужно построить вот такую стену. Вверх окна. И нужно еще построить вот такую вещь. Стены, мои скины и условия. Мои жители со мной. Они как сериал. Не понимаю, как петь. Они мили-мили. Она все моя семья. Я тоже твоя семья. Это за еще мой трек, ребята, думаю, не думаю, когда ну выходит за 100 000, за 100, говорю, за 100 000, говорю, за 100 подписчиков, ребята, выходит мой трек. Вот это сиди, мне нужно что-то поделать. А всем пока, ребята, значит, пока-пока. Сейчас тоже тут букет оставлю. Где она? Где букеты?